Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка, посылка с AliExpress, и сегодня больше у нас будет рассказ о истории покупки этого товара, чем о самом товаре. Дело в том, что покупался товар для жены, и у нас очень часто бывает, что если что-то покупается для нее, с ним обязательно, с этим товаром что-то происходит. И если, допустим, даже на ее имя мы заказываем для меня вещи, в 99% случаев с ними никаких проблем нету. Но если мы заказываем ей вещи, какие-то проблемы с ними приключаются. Ну, не там 50 на 50, то есть что-то может пойти не так. И в этом случае то же самое произошло. Я покупал... То есть это подставка, не подставка, а такой органайзер, коробочка для хранения там косметики, не знаю, всяких мелочей, вещей и так далее. Жене понадобился, я выбрал на GearBest, вроде бы неплохой, она одобрила, и мы, или она выбрала, и я одобрил, и мы его заказали и так далее. Вот, в общем, я заказал на GearBest, будет картинка, за 16 с чем-то его заказал, и плюс купил туда гирлянду с цветочками, но гирлянду я больше для себя покупал, то есть для того, чтобы украсить там на какой-нибудь праздник. Ну, я написал, что если нет возможности отправить, давайте я выберу что-то другое. Они написали, нет, все в порядке, единственное, что надо подождать 12 дней, будет поставка, мы вам все отправим. В итоге прошло 12 дней, мне отправили только цветочки, а за вообще ничего не написали, не ответили, просто молча вернули деньги за эту как бы коробочку, а цветочки отправили. Я не понимаю, зачем было полтора месяца меня вот это мурыжить. Ладно, вы не думали, ожидали, что она придет на складе, не появилась и так далее, поставщик подвел, но напишите мне об этом, я выберу другой товар, и вы его просто вложите в посылку и отправите вместе со вторым товаром. Почему так не сделать? Тем более, я же спрашивал у вас об этом. Ну, короче, сервис вообще китайцы, моя твоя не понимать, такое часто бывает. В основном мне сервис их нравится, но бывает такое отбитое, то есть попадешь, видать, на какого-то отмороженного, и выходит все через попец. Ну, в итоге была, как бы, дата льда стоила 16 или 17 долларов, мне вернули деньги, все в порядке, но как все в порядке? Мне что, товар нужен, зачем-то я его заказывал. В итоге на AliExpress была акция, и наткнулся, там было у продавца, не помню, купон, какой-то купон или что-то такое. В итоге заказали самую простую, обычную подставочку на AliExpress за доллар с чем-то. Она обошлась, будет тоже картинка, я добавлю на экран, и вот мы ее получили. Получили вроде бы все в порядке. Вот такая вот большая упаковка. Упаковали лучше, чем GearBest мобильные телефоны пакуют. Это двухбаксовая коробочка. Вот. Ну и давайте посмотрим. В итоге, ну реально, как бы там шутки шутками, но жене, если мы что-то покупаем, у нас там один раз телефон ей шел там полгода, покупали, причем потом... Через полгода вернули нам деньги, и мы купили ей другой. Другой наконец-таки дошел. Ну, постоянно какие-то приключения с ее посылками. Ну, это не шутка, я думаю, она будет смотреть. Вы знаете, вот я не знаю, как китайцы умудряются. Дорогие товары продавать такой шлак за большие деньги и довольно-таки неплохие товары за малые деньги. И вот визуально чисто, мне эта коробочка нравится, она простая и она очень симпатична. И честно, мне очень нравится эта коробочка. Единственное, что я, как всегда, там придираюсь к косякам пластика, и вот здесь есть, они есть. Вот можно вот здесь посмотреть, косяки, шов пластика, и он такой царапающийся. Естественно, это все, вот косяк, кусок пластика не обрезан. Вот, то есть швы не обработаны. Далее вроде бы идет все хорошо. Косячки, вот косяк по пластику. Вот, наверное, вот так, чтобы свет был видно. Вот, есть косяки по пластику, но пластик хороший. Вот, запаха никакого. И вроде бы все красиво, хорошо сделано. Вот здесь идут пазики, в которые вставляется эта штучка, чтобы она... не скользила. И в итоге вот такая вот вещь, вот такая вот шкатулочка получается, ну не шкатулочка, органайзер, так сказать, косметичка, не знаю, как правильно это назвать. В общем, идею этой штуки я сказал, то есть
при выходе лежит, там сюда можно и фонарик положить, допустим, и ключи можно положить, и разные вещи положить при выходе из квартиры. Она стоит на полочке, что тебе надо, там можно даже мелочь положить, за хлебом выходить и так далее. То есть, ой, чтобы не повредить, а то ножом сейчас я его порежу. Вот, ну вот такая вот история у нас приключилась, и вот такая вот посылочка в итоге к нам пришла. Доллар с чем-то она стоит, ссылка будет в описании. Продавец на Алиэкспресс, я не помню, какой там был купон, но помню точно, что купон был, по какой, почему я ее и купил, эту штучку. Вот, на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!